Центр относится к республиканской собственности. Мы оказываем медицинскую помощь населению всей республики. Если говорить о том, чем мы занимаемся, то это три больших направления. Первое направление – это эндокринологическое. Так сложилось, что на базе центра работает республиканский эндокринологический центр. И, соответственно, все, что связано с оказанием медицинской помощи пациентам с эндокринной патологией, соответственно, оказывается в нашем центре. Кроме консультаций, это большой спектр лабораторных исследований, функциональных исследований, лучевой диагностики. Это проведение исследований по офтальмологии, и, соответственно, это и оказание помощи, в том числе лазерная коррекция зрения, именно у пациентов с эндокринной патологией. Второй аспект, которым мы занимаемся, это реабилитация. Если мы говорим о реабилитации, то это таких несколько направлений больших. Это пациенты, которые идут на бюджетной основе. Это те пациенты, которые к нам идут по направлениям городских поликлиник. Мы даем им определенное количество курсовок, и, соответственно, они направляют пациентов с определенной патологией. И это поток пациентов, который к нам идет по линии центра по оздоровлению. Это санаторно-курортное лечение, потому что наш центр аккредитован как санаторно-курортная организация. Это порядка 1600 пациентов в год. Ну и, соответственно, есть возможность пациентам самим попасть к нам на реабилитацию. Они покупают за собственные средства, получается, эти путевки. Ну или же могут приходить к нам также через и посредством страховых компаний. И третье большое направление, которым мы занимаемся, это консультативно-диагностическая помощь. У нас в центре работают специалисты, высококвалифицированные специалисты, более там, 30 различных специальностей. И, соответственно, вот комплекс услуг, который мы оказываем, тоже достаточно широк. И пользуется спросом как у минчан, так и у жителей соседних районов, соседних регионов Минска. Я работаю в нашем центре с 2001 года. Пришла я и работаю, как и ранее, врачом оториноларингологом. У нас появилось новое оборудование. Он облегчает нам работу, проведение наших манипуляций, что необходимо для профилактики и лечения больных с лор-патологией. Благодаря этому оборудованию намного все происходит быстрее. Проводятся манипуляции по проведению лечения различных болезней, включающие себе, например, вакуум-дренаж, околоносовых пазух, ультразвуковая вакуум-санация небных миндалин, ну, в том числе здесь орошение, анемизация, проведение исследования с помощью неготоскопа, диагностический микроскоп и видеоэндоскопия органов. Это основное. Аппаратура тут очень современная. То есть делают такие процедуры, которые, в принципе, не делают даже в Оксаковщине. Наши врачи прям крутые специалисты, которые назначают хорошие процедуры. Поначалу мне было очень сложно, очень много аппаратов. И то есть все это запомнить было сразу нереально. Но я попала в очень хороший коллектив. За мной был закреплен наставник. Это была моя старшая медицинская сестра. Она помогала мне во всем, то есть я адаптировалась очень быстро. В 2022 году я закончила Минский государственный медицинский колледж и попала сюда по распределению. Я хотела сюда по своему желанию, написала письмо, и меня как бы распределили без каких-либо проблем. Как раз заканчивается у меня контракт по распределению в августе, планирую продлевать. Молодым специалистам я бы посоветовала прежде всего полюбить свою профессию и выполнять свои обязанности, вместе с коллективом трудиться. Любить свою профессию и выполнять свой долг врачебный. Центр уже уникален тем, чем он занимается. То есть это эндокринные патологии, это лучшие специалисты в республике, и, соответственно, это наиболее тяжелая патология, которая идет. Соответственно, это уже является уникальностью, это, соответственно, другие подходы. В том числе мы же и сотрудничаем, и активно работаем тесно с кафедрами. И Белмапо, и раньше Белмапо сейчас – это институт повышения квалификации, и БГМО. Вторая – это ситуация по реабилитации. Опять-таки, это сотрудничество с кафедрами, это использование высоких технологий в реабилитации, это те технологии, которые могут отсутствовать в других организациях. Ну, допустим, лазер высокой интенсивности практически отсутствует в
государственных организациях. Но мы уже работаем в течение 2 лет, уже с ним работаем. И скажу, что есть большая потребность в этих лазерах. И мы сейчас совместно с Беломо начали разработку вот аналогов этих лазеров для того, чтобы внедрить их в Республику Беларусь, чтобы в организации здравоохранения этих лазеров стало больше. Это активно мы используем и карбокситерапию, и озонотерапию. Активно мы используем ударно-волновую терапию. У нас есть и водолечение активное. Допустим, вот в городе Минске, наверное, мы единственные, кто использует контрастные ванны. У нас есть подводные вытяжения. Опять-таки, не так много, буквально единицы организаций, где осуществляют подводные вытяжения. Это, опять-таки, качественная и эффективная реабилитация пациентов с костно-мышечной патологией. А у нас есть 3 собственных скважины с минеральной водой. И, соответственно, в зависимости от того, как, где она располагается, глубина, концентрация минеральных солей в воде разная. В нашем бассейне концентрация солей достигает 26 грамм на литр. Это эквивалентно где-то концентрации солей Мраморного моря. То, что касается консультативной помощи, то, наверное, здесь сложно говорить о каких-то преимуществах. У нас просто качественный состав специалистов, и поэтому происходит качественное оказание медицинской помощи. Я работаю с 87 года в этом центре. Этот центр переименовали, там в одно звание, в конце, вот с 2004 года мы называемся Республиканский центр медицинской реабилитации и больнолечения. До этого был Республиканский диспансер радиационной медицины. Мы оказывали медицинскую помощь пострадавшему населению, ликвидаторам, участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Работа была тоже очень интересная. А потом нас перевели вот в это здание, и здесь мы уже стали называться по-другому. С 87 года я работала главной медицинской сестрой этого центра. Отработала 32 года. В настоящее время я работаю старшей медицинской сестрой централизованного стерилизационного отделения. Тут проработала 5 лет. Стаж работы огромный. Наград, конечно, за свою жизнь я заслужила немало, я так считаю. И вообще работа, труд мой оценен высоко. Медаль Флоренс Найтингейл, она в 19 году мне присуждена за новаторство в сестринском деле, за организационные способности в сестринском деле. Ну, практически я единственная медсестра в системе здравоохранения, которая получила пока эту награду. Остальные 15 медсестер или 14 медсестер получили работники Красного Креста. Медсестры же, но они работают в Красном Кресте, оказывают помощь одиноким пожилым на дому. Это отличник здравоохранения. Она тоже для меня значимая. Я уже даже не помню, в каком году я ее получила, но давненько уже. Это Министерство здравоохранения награда. Это награда от Федерации профсоюзов. Мы все время работали с профсоюзной организацией. Если говорить об истории центра, то центру уже 40 лет. Многие пациенты, которые давно к нам ходят, больше 20-30 лет, а такие пациенты есть, они называют водогрязелечебница. На самом деле этот центр был изначально построен как профсоюзная водогрязелечебница. Здесь, безусловно, оказание помощи именно исключительно было именно вот с учетом этих факторов, о которых мы с вами говорим. То есть это грязи, это водолечение. Но постепенно, поскольку менялись запросы, менялись условия, менялись времена, постепенно центр стал заниматься и эндокринологией, и консультативной помощью. Центру 40 лет.